лись энцефалия. МРТ признаки аномалии развития головного мозга, лись энцефалия, лентовидная гетеротопия серого вещества, лобно-теменных областей правополушария, узловая гетеротропия серого вещества с обоих сторон, гипоплазия мозолистого тела, МРТ признаки гипоксической ишемической энцефалопатии, субатрофии больших полушарий головного мозга, асимметричная вентрикулярная МРТ признаки гипоплазии правого поперечного венозного синуса. Вот в 2018 году ребенок родился, в 2019 году 15 июня проходили у нас обследование, и там вот это время и лечились. Доказательства данного, значит, заключения можно здесь увидеть, значит, вот в этих фотографиях, МРТ фотографиях, вот, сейчас я показываю, и энцефалограмма, снижение дифференцировки всех ритмов можно увидеть. Теперь хочу показать вам, какие изменения были данного ребенка. Об намолз гаришлар болды сизда качан келдилер биринчи марта? Биринчи марта майда келген. Биринчи марта майда келдилер. Они первый раз, значит, к нам обратились в мае месяце прошлого года. Так, в 2019 году, в мае месяце. Да. Так, нама болды энди, нама булары душунда? Судороги бер асты. Судороги бер асты. Бир күндө 10-15 бер асты. Каждый день по 10-15 раз беспокоили судороги. Так, я начи. Ойкулар шамас чаптаман. Левая сторона вообще не работала. И между судорогами, значит, все время кол аягы тартып турат. Между судорогами все время беспокоило ригидное спастическое состояние. Я начи. Не разговаривал, не смеялся. Да. На внешние раздражители не отвечал. Хазин енді юмалы япты, күл япты, гапыр япты, қолы яғы ішлап қалды ма? Қолы яғыны тортыши кәмайды ма? Кәмайды. Руки, ноги сейчас работает, вообще спастики нету. И на внешние раздражители отвечает. Судороги полностью остановились. Сегодня 2020 год, 3 марта, да? Нечинчи отшис? Икинчи отшис. Ну, сами на русском языке разговариваете? Так, чуть расскажите, пожалуйста, на русском, какие у вас еще изменения, еще, кроме этого? Я на ханаку сгорешла в голову. Те же слова повторяют. Спасибо огромное вам. Дай Бог вам здоровья. Аллах спас нас.